позиционируют нас как успешных людей, потому что успешные люди всегда следят за собой, всегда красивые и всегда на уровне. На чем мы зарабатываем в каталоге номер 5 2017 года? Во-первых, звездный образ. Это то, что мы с вами будем разбирать на Vage защитный крем SPF 50+. Я думаю, сейчас уже все понимают, что лето совсем-совсем скоро настанет, и у нас будет наконец-таки солнце, от которого периодически нужно будет защищать кожу лица. И наша новая серия Optimals Even Out, также наш комплексный подход к красоте, который мы с вами будем обсуждать. Вы можете обратить внимание на баллы бонуса. Любой растущий лидер, конечно же, заинтересован в увеличении объема продаж, а на увеличение объема продаж напрямую влияют баллы-бонусы как единичного продукта, так и, конечно же, целых наборов, что мы вам рекомендуем продвигать, потому что наборы говорят нам о том, что это комплексный подход к красоте, который будет давать более эффектный результат за меньшее количество времени. Но мы с вами продолжаем. Сегодня мы рассмотрим образ каталога, как я уже говорила, Екатерина Гусева в золотистых тонах, цветах. И главные продукты каталога – это то, что мы будем драйвить целые 3 недели, это то, что будет составлять объемы наших продаж. И это то, что я бы вам рекомендовала на то обращать внимание ваших потребителей. Конечно же, мы не забываем, что помимо главных продуктов каталога, которые мы с вами разбираем на вебинарах наших, у нас огромное количество ассортимента. Это и декоративная косметика, и ароматы, и аксессуары. То есть это, в принципе, все является дополнением тех образов, которые мы предлагаем. Но я думаю, нам бы не хватило и, наверное, 3 недель, чтобы рассказать про каждый продукт на вебинаре. Поэтому мы выбираем точечные продукты, на которых рекомендуем вам уделять внимание. Ну и, собственно, образ каталога, звездный выход. Как я уже сказала, у нас это праздничный год, это год волнующих перемен, это, наверное, подведение каких-либо итогов, это, опять же, планы на будущее, ну и, конечно же, огромное количество мероприятий, праздников, которые будут приурочены к данной дате. И, конечно же, выглядеть хочется всегда на высоте. Ну и, в принципе, когда мы говорим про праздничный образ, про поднятие настроения себе, про роскошный вид, мы говорим про золотой цвет. Поэтому, собственно, данный образ в каталоге номер 5 будет именно выполнен под эгидой золота. И каждый образ, как вы знаете, у нас делится на несколько частей. Это макияж, аромат и, собственно, общий стиль. Макияж – это то, за что отвечает наша прекрасная декоративная косметика. А я думаю, что у всех с золотом, роскошью и достатком ассоциируется именно серия Giordani Gold. Наш аромат, который является неотъемлемой частью любого образа. Ну и, собственно, стиль – это те аксессуары и рекомендации, которые могут вам помочь делать прекрасный образ каталога. Ну и, как вы видите, данный образ весит 77 баллов, согласитесь. Хорошая цифра, которую стоит воплощать в жизнь и рекомендовать воплощать в жизнь вашим партнерам. И начинаем с макияжа. Очень важно, так как, в принципе, золотая одежда в золотых тонах, аксессуары в золотых тонах – это очень яркие элементы образа, то здесь нужно быть очень осторожным с макияжем, чтобы не переборщить, не сделать ваш образ слишком кричащим. Поэтому мы предлагаем сделать акцент на идеальный тон лица. Ну, собственно, наверное, в любом макияже идеальный тон лица – это то, что имеет место быть всегда. Легкий акцент на глаза при помощи туши, ну и, конечно же, губную помаду. Губная помада. Какой образ вы желаете? Что-то более экстравагантное или что-то более нюдовое? От этого зависит уже выбор помады, поэтому губная помада Giordani Gold Icona стиля поможет подобрать любой образ под любые цветотипы, как мы знаем, что цвета и косметику мы подбираем под свой цветотип. И в Giordani Gold у нас есть 20 интенсивных оттенков, которые помогут подобрать совершенно под любой цветотип образ. И для нас очень важно не только придать оттенок, цвет, но и, конечно же, защитить наши губы, потому что это
Когда-то давно мы хотели от декоративной косметики только цветовой составляющей. Нам, наверное, было не важно, какие результаты будут после использования данной косметики. Но сейчас мы хотим, чтобы декоративная косметика не только давала цвет, но еще и, конечно же, ухаживала и защищала наши реснички, нашу кожу лица, наши губы и так далее. Собственно, всем этим параметрам отвечает губная помада «Икона стиля» от Giordani Gold. А мы переходим к тону лица. Тон лица – это база, это то, что говорит нам об ухоженности каждой дамы, о ее здоровье, о красоте, поэтому большое внимание мы должны, конечно же, уделять именно тональной основе. И в данном образе мы рекомендуем применять антивозрастную тональную основу Giordani Gold. Как вы видите, здесь в макияже мы подобрали именно продукты из серии Giordani Gold. Но логично предположить, что антивозрастная тональная основа, конечно же, подойдет не всем в силу возраста, поэтому более молодые дамы могут выбирать себе другие тональные основы из других серий, к примеру, The One, Very Me и так далее. Ну и, конечно же, возвращаясь к нашим с вами высоким запросам, данная тональная основа не только будет выравнивать тон кожи лица, но и, конечно же, еще ухаживать, уменьшать морщинки, ну и, в принципе, работать над сиянием кожи. И глаза. Глаза – это зеркало души, как ни крути, поэтому про тушь мы не забываем никогда. Даже когда мы говорим про нюдовый макияж, то есть, в принципе, нюдовый макияж – это относительное отсутствие косметики на лице. Но я думаю, любая дама знает, что самое сложное сделать отсутствие косметики на лице. Но реснички подчеркивать нужно всегда. Поэтому здесь мы предлагаем использовать универсальную супертушь для ресниц Giordani Gold. И здесь мы опять же говорим не только про увеличение объема и длины ресниц, ну и корректировка цвета небольшая, но еще и уход за счет содержания восков и отличной кисточки, которая помогает нам разделить и прокрасить даже самые маленькие короткие реснички. Собственно, это те инструменты, которые могут помочь в создании прекрасного образа в золотистых тонах. И это то, что вы можете, конечно же, воплощать на любых мероприятиях и в любые моменты жизни, когда хочется себя порадовать и освежить свой гардероб. Ну и, конечно же, аромат. Аромат является неотъемлемой частью любого образа. Мы с вами часто говорим про парфюмерный гардероб, а так как ассортимент компании Oriflame в смысле ароматов достаточно широк, я надеюсь, что у каждой дамы и у каждого мужчины сегодняшнего, присутствующих сегодня на вебинаре, есть, конечно же, не один аромат от Oriflame. Ну а в данном образе мы хотели разобрать парфюмерную воду Giordani Gold Essenza. Здесь я попрошу обратить внимание не только на отличные ароматические компоненты. Это ноты Essenza на основе эфирного масла Флер д'Оранжа. И, в принципе, цветочная, фруктовая композиция, но еще на оформление аромата. Я думаю, со мной многие согласятся, многие дамы, наверное, согласятся, что когда вы получаете, к примеру, букет цветов, и цветы сами по себе утонченные, стильные, прекрасные, но упаковка вообще ни разу не стильная и подобрана не совсем верно, то впечатление сразу теряется от всего букета, также и с ароматами. Важно не только то, как аромат будет раскрываться на вашей коже, но и то, как он оформлен. И я думаю, в Giordani Gold Essenza данное соотношение выполнено по максимуму, потому что не только изумительный аромат будет вас радовать, но и, конечно же, стильный флакон, который может быть как подарком себе, так и подарком вашим родным и близким. Ну и, конечно же, аксессуары. Мы с вами говорим про полноценный образ, мы с вами говорим про тренды, про то, что мы всегда должны быть в курсе модных тенденций. Поэтому аксессуары, конечно же, имеют место быть обязательно в любом образе. И мы предлагаем косметичку Clutch Богема. Здесь сочетание, собственно, классики, это черные тона и золото.
Данный клатч оформлен при помощи золотистых пайеток. Пайетки — это то, что уже давно вошло в моду, и я думаю, что это то, что нравится огромному количеству дам. Это золото, ну и в принципе это сразу какой-то шик и роскошь. Ну и собственно украшения. Это ожерелье классика и набор серии классика. Жемчуг, опять же, это то, что никогда не выйдет из моды. И, в принципе, когда мы с вами приобретаем аксессуар, мы всегда продумываем сразу несколько образов. Поэтому, конечно же, если делать акцент на изделия из жемчуга, здесь мы можем быть совершенно спокойны, потому что жемчуг — это то, что подойдет и под ваш вечерний наряд, и под, в общем-то, повседневный стиль, под деловой стиль, и в принципе это будет отличным вложением в ваш образ на долгое-долгое время. То есть в принципе сейчас мы с вами разобрали тот образ, который мы можем позиционировать как вечерний образ, образ для каких-либо торжественных мероприятий, ну и конечно же быть в тренде и всегда помнить, что 2017 год — это торжественный год для компании Oriflame. Ну а мы переходим к вам с вами к главным продуктам. И какой набор продуктов, какой новый продукт серии Novage обеспечивает максимальную защиту от солнца? Я думаю, все уже изголодались по солнцу, особенно те, кто не смог зимой выбраться в теплые страны, мы уже истосковались. Мы хотим солнца, тепла и уже не только весны, но и скорее уже лета. Но нужно быть осторожными, потому что солнце не всегда приносит нам только удовольствие, потому что у многих кожа начинает реагировать на интенсивное яркое солнце так, что появляются пигментные пятна. Это то, что, конечно же, может испортить на впечатление от первых солнечных деньков, но это не проблема, потому что в каталоге номер 5 мы предлагаем мультифункциональный защитный крем для лица SPF 50 Novage. Как вы знаете, чем выше цифра после букв SPF, тем больше защита от солнца, что, в общем-то, и является главным обещанием того, что чем выше цифра, тем лучше кожа будет защищена от ультрафиолетовых излучений, и тем меньше нежелательных последствий мы можем получить от солнца. Ну и, собственно, как мы его должны использовать, защитный крем? Во-первых, мы с вами вспоминаем про 4 этапа комплексного ухода от Novage. Это очищение, уход за кожей вокруг глаз, сыворотка, либо активатор, как еще называют, и основной уход – это дневной и ночной крем. Защитный крем мы должны с вами использовать перед выходом на улицу. То есть, в принципе, после дневного крема мы наносим защитный крем, обязательно выдерживаем 10-15 минут, чтобы крем смог впитаться в кожу лица, ну и дальше уже наносим наши декоративные составляющие, тональную основу, пудру и так далее. То есть, в принципе, данный защитный крем входит в тот же комплексный уход под эгидой бренда Novage, и мы используем уже после нанесения дневного крема. И в принципе здесь мы говорим про ту защитную технологию Pollution Protect, которая как раз таки минимизирует воздействие окружающей среды. Окружающая среда у нас не только яркое солнце, это еще и загрязненный воздух, грязь от транспорта, от дорог и так далее. То есть это, в принципе, все пагубно влияет на клетки нашей кожи, потому что поры забиваются этой грязью. Чтобы быть максимально готовыми к яркому солнцу и к загрязненной окружающей среде, мы можем, точнее, мы даже не можем, мы должны использовать защитный крем, потому что это то, что будет обещать максимальную защиту от любых агрессивных воздействий окружающей среды. Ну и, конечно же, 21 балл бонуса должен нам привнести позитива и быть дополнительным импульсом в продвижении данного продукта. Я надеюсь, что данный продукт вам понравится и станет неотъемлемой частью комплексного подхода к красоте от бренда Novage.
Ну и, собственно, следующий вопрос. Какая обновленная линейка средств основного ухода решит проблему пигментных пятен? Как вы видите, в каталоге номер 5 первая самая главная тема – это наш юбилей, это наша волнующая цифра 50, и вторая волнующая тема – это появление пигментных пятен, потому что солнце – это, конечно же, плюс, но, опять же, могут быть нежелательные последствия у тех дам, у которых кожа очень ярко реагирует на яркое солнце. Ну и, собственно, это серия Optimals Even Out SPF 20. Опять же, обращая внимание на цифру 20, это то, что является показателем защиты от солнца. Поэтому, конечно же, я вас призываю сначала обращать внимание ваших клиентов, ваших потребителей на серию Novage, потому что там SPF-фактор повыше, как мы сейчас разобрали, это 50. Ну а когда мы с вами говорим про индивидуальный подход к каждому потребителю, мы должны понимать, что кому-то лучше подойдет Novage, кто-то будет желать серию Eco Beauty, кто-то выберет Optimals Even Out. То есть здесь мы говорим сначала про Novage, я бы вам рекомендовала, потому что баллы бонуса там намного выше, и это наши клинические испытания. Ну а дальше, если вы сталкиваетесь с какими-либо возражениями или пожеланиями других серий, то смело можете предлагать Optimals Even Out, потому что это то, что отвечает за комплексный подход к нашему здоровью кожи. Ну и, в принципе, это та серия, которая работает не только над пигментацией за счет осветляющего комплекса Lumilight, но это, так что, это то, что также защищает ультрафиолетовое излучение, которое как раз-таки и вызывает преждевременное старение кожи. Ну и главным образом это, конечно же, тотальное увлажнение, потому что пигментация в том числе появляется из-за того, что мы не совсем верно, не совсем правильно ухаживаем за кожей лица и недостаточно увлажняем ее в контексте лета, когда есть здесь яркое солнце и сухой воздух. Увлажнение для нас с вами очень важно. Ну и, конечно же, мы с вами обязательно помним, что для достижения прекрасного результата максимальной защиты кожи лица мы должны помнить про комплексный подход. Поэтому, собственно, здесь есть именно тот комплексный подход, от которого мы можем ожидать заявленных результатов. И это сыворотка, дневной ночной крем и защитный крем, который мы наносим после дневного крема. Ну и как результат, это осветляющий эффект в целых два раза. Ну и, собственно, это та серия, которая отлично подходит совершенно к любому типу кожи, и вы смело можете предлагать ее своим потребителям. Какая обновленная серия средств по уходу за телом еще больше соответствует эко-тренду? Я думаю, что это перезагрузка, которой ждали все, огромное количество времени, у всех уже чешутся руки быстрее заказывать нашу обновленную серию Love Nature. Я думаю, что это любовь совершенно у всех. И здесь мы вспоминаем про наше шведское отношение к окружающей среде. Как вы знаете, у нас многие продукты соответствуют различным стандартам. К примеру, серия Eco Beauty говорит нам о том, что упаковка производилась и, собственно, после утилизации не будет наносить никакого вреда окружающей среде. Когда мы с вами говорим про омегу-3, мы говорим о том, что мы ни в коем случае не влияем негативно, не влияем пагубно на популяцию рыб. И говоря про серию Love Nature, мы опять же вспоминаем про нашу любовь к природе, про то, что мы влюблены в природу. Ну и, в принципе, эко-тренды сейчас то, что является на высоте, поэтому есть запрос на любовь к экологии, на любовь к натуральным продуктам, и у нас есть отличные продукты, отличные инструменты, которые прошли перезагрузку уже в каталоге номер 5. Вы сможете заказать огромное количество наших вкуснейших продуктов, которые представлены в серии Love Nature. Ну и, собственно, у нас есть серия с алоэ верой и оливковым маслом. Это то, что поможет успокоить кожу, защитить, ну и, конечно же, очистить. Есть серия с маслом лимона, и крапивой. Крапива – это то, что работает над излишней жирностью волос, ну и, в принципе, регулирует выработку сала сальными
железами. Также у нас есть серия с протеинами пшеницы и кокосовым маслом. Это то, что будет отвечать за тотальный комплексный уход наших волос. И прослушав недавно лекцию от Владимира Мигулина, это наш эксперт по разработке продукции на заводе в Ногинске. А как вы знаете, наш завод в Ногинске обеспечивает не только Россию, но и остальные страны. Говорил о том, что в первую очередь при очищении волос мы должны очищать кожу головы. То есть, в принципе, да. Волосы сами по себе не становятся грязными, они становятся грязными после выделения жира головой, после использования каких-либо продуктов для фиксации прически, от того, что мы часто трогаем волосы руками, но в принципе основное загрязнение нужно смывать именно с кожи головы, поэтому начинаем с кожи головы, ну и дальше уже переходим на всю длину волос. Помимо отличного результата, который мы видим как на коже нашего тела, так и на наших волосах, мы должны помнить, что это экологичная серия, которая отвечает именно за натуральность продукции, ну и, собственно, те компоненты, входящие в состав данной продукции, они биоразлагаемые. То есть, будем честными, не все задумываются над тем, что происходит с продуктами, когда мы их смываем, как они влияют на окружающую среду, попадая, уходя из нашей ванной. Так вот, мы здесь можем быть уверенными, что никакого вреда окружающей среде мы не наносим, потому что все продукты, которые мы уже использовали, которые уходят от нас вместе с водой, они биоразлагаемые, поэтому природа наша все, мы относимся с любовью как к себе, так и к окружающей среде. Ну и, конечно же, говоря про наборы, мы всегда не забываем про дополнительные продажи. Дополнительные продажи – это то, что является также расширением баллов бонуса и то, что помогает нам в комплексном подходе к красоте. Поэтому здесь мы вспоминаем про различные мочалки, про расчески, про все те продукты, которые помогут дополнить уход как за телом, так и за нашими волосами. Я думаю, что уже все потирают ручки и хотят заказать быстрее эти серии, потому что помимо отличного результата, аромат прекрасный. Ну и, собственно, те выгодные предложения каталога, которые имеют место быть, это Love Nature чистая кожа. Опять же, мы с вами говорим о том, что кожа является очень важным показателем нашей красоты, нашего здоровья. И поэтому здесь мы говорим про очищающий тоник, про салфетки и про очищающий гель. Это то, что отвечает за этап очищения. Как вы знаете, этап очищения – это очень важно, потому что это тот подготовительный этап, который нам дает уже наводить дальше здоровье и красоту нашего лица. Ну и, в принципе, если вы заметите, что тренд на комплексный подход к красоте и здоровью мы используем практически везде. Поэтому, говоря про здоровую кожу, мы, конечно же, вспоминаем не только про те средства, которые мы наносим на наше лицо в смысле очищения, в смысле питания, увлажнения и так далее. Мы еще вспоминаем про наши внутренние составляющие, то есть про наше здоровье, которое мы можем поддерживать при помощи wellness-пэка, различных добавок, может быть, это дополнительный омега-3. Это то, что будет помогать регулировать красоту нашего лица, не только в контексте, например, серии Love Nature, но еще и в контексте дополненности рациона нашего питания. И, конечно же, при таком комплексном подходе к красоте мы сможем увидеть отличные результаты намного быстрее, и они, конечно же, будут держаться намного дольше. И возвращаемся к тону, это то, что мы с вами говорили, привлечение внимания к каталогу, тон лица. Я думаю, что когда мужчины слушают, какое огромное количество усилий нужно прикладывать для того, чтобы каждая дама выглядела прекрасно, это должно вызывать уважение. Поэтому здесь мы говорим и про тональные основы завуан, и про корректоры завуан, про кисточки. Как вы знаете, тональные основы можно
наносить пальчиками, спонжем, кисточкой. Пудру можно наносить при помощи кисточки или при помощи спонжа. Ну и, собственно, румяна кто-то наносит пальчиками, делая легкое распределение цвета, кто-то использует кисточку. То есть, в принципе, на данных страницах каталога мы можем подобрать совершенно все продукты, которые будут помогать нам для создания отличного тона лица. Ну и согласитесь, важно не только создать крутой образ, продуманный, стильный, яркий, но еще и сделать так, чтобы он был максимально стойким. И, конечно же, серия The One, которую мы позиционируем как подиумную косметику, отвечает не только за отличное нанесение, за отличные пигменты, но и за стойкость, за тот параметр, который является, конечно же, очень важным в контексте декоративной косметики. Ну и, конечно же, вспоминая о том, что у нас каталог праздничный, здесь мы говорим про огромные скидки. К примеру, корректор The One идет со скидкой в 70%. Опять же, такие скидки должны являться дополнительным импульсом к продвижению продукции, представленной в каталоге. Ну и, собственно, самое выгодное предложение каталога – это дезодорант и антиперспирант. Это то, что является тоже важным инструментом для создания и поддержания красоты, чтобы быть уверенной в себе. Быть лидером – это значит иметь активную жизненную позицию, чтобы спокойно активничать и всегда быть на уровне. Мы должны помнить даже про такие мелочи. Кроме того, данный дезодорант не пересушивает кожу, дарит нам приятный аромат. Ну и, конечно же, идет за 79 рублей. Что может быть лучше? Цена является также дополнительным инструментом для продвижения данного продукта. Ну и, конечно же, вспоминая про то, что весна, лето, хочется быть всегда на высоте, быть энергичными, быть готовыми к различным совершениям, к празднествам, к бизнес-встречам, мы вспоминаем про продукцию Wellness, про которую мы говорили в контексте красоты кожи лица. Но будем честными, продукция Wellness помогает нам быть красивыми и здоровыми не только в контексте лица, а в контексте совершенно всего организма. И на данном слайде вы видите разворот книги «Эволюция красоты», которую, надеюсь, вы уже все изучили, прочитали и используете статьи для создания постов в ваших соцсетях. И, конечно же, наверное, перед тем, как начать слушать мой вебинар, все вкусненько позавтракали. И надеюсь, что для каждого лидера завтраком, неотъемлемой частью завтрака являлась wellness-коктейль и wellness-пэк, потому что мы с вами не раз говорили о том, что качество нашего питания не всегда на уровне, так как изначально те продукты, которые мы приобретаем в магазинах, на рынках, могут быть не совсем правильно выращены, не совсем правильно обработаны. Тот способ приготовления, который мы используем, это термическая обработка, также уменьшает количество полезных ингредиентов, витаминов. Поэтому, чтобы поддерживать свой организм в нужном состоянии, как вы знаете, весной у многих начинается авитаминоз после зимы, хотя те люди, которые использовали Wellness Pack и коктейль каждое утро, не должны столкнуться с данной проблемой авитаминоза. Но, тем не менее, как ликвидировать авитаминоз, так и поддержать наш организм поможет пакетик Wellness Pack и коктейль, который вы можете готовить с использованием воды, молока, кефира, фруктов и так далее. Я думаю, что у каждого лидера есть уже отдельная книга рецептов, как минимум в голове, как приготовить вкусный коктейль и так далее. Ну и, собственно, говоря про красоту тотальную не только изнутри, но и снаружи, мы вспоминаем про уход за кожей век, хотя это то, что мы должны вспоминать каждое утро и каждый вечер, потому что те продукты под эгидой Novage, которые разработаны для ухода за кожей глаз, помогают нам быть уверенными в том, что возможные мимические морщинки и то, что кожа вокруг глаз на
в 6-7 раз содержит меньше жировой прослойки. Это то, что влияет на конечное состояние кожи вокруг глаз. Эти продукты помогут нам быть максимально здоровыми и красивыми. Обязательно крем для кожи вокруг глаз мы наносим утром и вечером на очищенную кожу глаз похлопывающими легкими движениями при помощи безымянного пальчика. Ни в коем случае не наносим крем на подвижную зону век, потому что, возможно, небольшая припухлость, плюс, например, этот крем не создан для использования на слизистой, поэтому, возможно, если вы будете наносить на подвижную часть век, то это будет попадать на слизистую глаз и вызывать не совсем приятные ощущения. Поэтому не экспериментируем, придерживаемся тех инструкций, которые нам рекомендуют наши эксперты, и приобретаем крем для кожи вокруг глаз от True Perfection, от Экологена, от Ultimate Lift и от Time Restore. Как вы знаете, в серии Time Restore ухаживающее средство – это то, что ухаживает, во-первых, за кожей вокруг глаз, и также то, что ухаживает за кожей губ. Когда спрашивают, как же ухаживать за кожей вокруг губ при помощи данного средства от Novage Time Restore, вы должны наносить данное средство не на всю часть губ, потому что, опять же, может попасть на слизистую, а просто на контур губ, который как раз-таки и растекается, который и требует защиты и внимания на возрастной коже. Ну и, собственно, в True Perfection мы говорим про тотальное увлажнение, в Экологене мы говорим про увлажнение и работу над морщинками, в Ultimate Lift мы говорим про увлажнение, про работу над устранением морщин и возвращение упругости, ну и в Time Restore и увлажнение, и морщины, и потеря упругости, и еще гиперпигментация, так как мы с вами помним, что гиперпигментация может появляться, например, в связи с появлением яркого солнца, но также гиперпигментация – это то, что может быть показателем именно возрастных изменений. Ну и, собственно, наша обновленная серия Time Restore, которая вышла совсем недавно, поможет нам выглядеть на высоте и забыть, что такое гиперпигментация. Ну и, собственно, книга красоты весны 2017 – это то, что мы можем использовать для, во-первых, прокачки информационной, во-вторых, для создания информационных постов в социальных сетях, так как есть там и советы от профессионалов, и отзывы потребителей, что является очень важным, потому что для кого-то важно мнение профессионалов, для кого-то важны отзывы потребителей. Ну и, собственно, различные статьи, которые нам с вами помогут максимально прокачаться относительно комплексного подхода к здоровью, ну и, собственно, красоте. Не забываем радоваться, хвалиться и гордиться нашими наградами. Это и товар года, и здоровое питание, ну и, собственно, 100% качество продукции, а также очень важная составляющая нашей, как шведской компании, это то, что, во-первых, мы не вредим окружающей среде, и, конечно же, компоненты не тестируются на животных в процессе разработки. Это те критерии, о которых мы помним и периодически, конечно же, уточняем, напоминаем нашим потребителям. На этом презентация каталога номер 5 подошла к концу, и я буду рада ответить на все ваши вопросы. Итак, все радуются новым продуктам. Да, на самом деле, по поводу помады, я думаю, в сумке каждой дамы помада вряд ли представлена в единичном формате. По исследованиям, в сумочке женской обычно находится от 3 до 5 помад. Мы знаем, кому предлагать и что предлагать. Мария Горшкова, как в каталоге все пахнет? Мария, вы не представляете, как это пахнет в реальности. Это пахнет еще лучше, вкуснее и интенсивнее. Уважаемые лидеры, я напоминаю, что любые вопросы по продукции, возможное получение презентаций, разбор каких-либо вопросов, касаемых нашей продукции, вы смело можете писать ко мне на почту, которую я вам сейчас скину в чат. Также
Для лидеров, которые находятся в Москве и Московской области, у нас каждую вторую неделю каталога проходят эксперт-сессии. Как вы знаете, эксперт-сессия – это отличный инструмент для продвижения нашей фокусной категории Novage. И, собственно, те, кто хочет, возможно, освежить информацию, либо же немножечко прокачаться, я буду рада вас видеть на своих тренингах, но для этого вам нужно будет написать на почту, которую я написала чуть выше, и мы уже встретимся на тренингах. Все лидеры, которые хотят получить слайды данной презентации, я знаю, что, скорее всего, на данном вебинаре представлены лидеры не только Москвы и Московской области, я буду рада отправить вам слайды данной презентации, ну и, собственно, ответить на все интересующие вопросы. Я еще некоторое время буду находиться в чате, поэтому пишите ваши вопросы, пишите вопросы в чат, пишите вопросы на мою почту. Я вам желаю отличного дня, высоких продаж, яркого